Здравствуйте. Ваше имя и ваша сфера деятельности? Меня зовут Жангалкан. Мы дистрибьюторы продуктов питания Бишкек, Кыргызстан. Как вы относитесь к Турции, к коммерческой, промышленной и инвестиционной деятельности в Турции? Турция для нас открывает большие возможности, тем более в настоящее время, когда возникают проблемы с продуктами питания в связи с последними событиями. Мы раньше работали с Россией, а сейчас Турция для нас становится очень привлекательным. Что вы думаете об организации Турап Экспо и есть ли у вас новые идеи для развития их работы? Большое спасибо основателю Турап Экспо, господину Сабиху Бею, за высокую организацию такой выставки, такой встречи. Это он открывает для нас, для стран, особенно Средней Азии, очень большие возможности. Здесь можно найти линии оборудования, здесь можно найти продукты питания. Спасибо переводчику Фаризу. Он всегда на связи. В любое время он очень профессионально отвечает на любые вопросы. Спасибо большое.